Итальянский трюфель встречается в лиственных лесах Италии, Франции и южной части Европы. Пьемонтский гриб образует микоризу с тополем, дубом, ивой, липой, предпочитает рыхлые известняковые почвы. Глубина залегания различна, колеблется в пределах от нескольких сантиметров, трюфель начинают собирать с третьей декады сентября, а заканчивают в конце января. Собранный урожай хранится недолго, каждый клубень заворачивают в бумажную салфетку и помещают в стеклянную емкость. В таком виде плодовые тела можно держать в холодильнике не больше 7 дней. Используют белый трюфель в сыром виде. Трюфели натирают на специальной терке и добавляют в качестве приправы к ризотто, соусам, яичнице. В трюфелях содержатся витамины, что делает их полезными для беременных и кормящих женщин, детей-подростков, испытывающих недостаток питательных веществ в период взросления. Трюфельный аромат считается сильнейшим афродизиаком, при его вдыхании усиливается влечение к противоположному полу. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.